Всем привет! Всегда возникают смешанные чувства, когда упоминается НАСА. У некоторых людей появляется чувство гордости, в то время как другие остаются равнодушны. Нужно отдать должное, НАСА сделала поразительные вещи, которые были невозможны еще столетия назад. Тем не менее, есть факты, о которых оно хотело бы, чтобы общество забыло. Интересные факты представляют 5 фактов, о которых НАСА не хочет, чтобы вы знали, и которые заставят вас содрогнуться. Приступим. Номер 5. Выключение прямого эфира. Есть кое-что, о чем НАСА нам не рассказывает. В ноябре 2016 года оно выключило прямую трансляцию Международной космической станции в тот самый момент, когда нечто таинственное выскочило вдалеке. НАСА точно придерживается мантры «То, чего вы не знаете, не причинит вам боль». На фото вы можете рассмотреть точки. Они совершали беспорядочные движения, не свойственные космическому мусору или метеорам. Любители НЛО утверждают, что подобное случается довольно часто. Другое фото, сделанное в 2017 году, показывает 6 или 7 объектов, пролетающих мимо. На этот раз НАСА ничего не утаило. Номер 4. Стертые записи приземления на Луну. Просто громадный облом. Предполагают, что самый важный момент в истории человечества был случайно стерт НАСА. Да, первое видео о приземлении на Луну, снятое НАСА, не существует. Как утверждает НАСА, нет причин для паники. НАСА говорит, что у них есть обновленные оцифрованные версии, которые выглядят намного лучше оригинальных. Перед тем, как попытаться урегулировать ситуацию, НАСА перелопатило 1000 коробок с пленками, чтобы найти нужную запись. Но это не принесло никаких результатов. Есть вероятность, что это событие было записано спутниками. Кто знает? Номер 3. Телескоп Джеймса Вебба. У любой сверхдержавы это уже стало обычаем – финансировать исследования космоса, нравится им это или нет. Это нормально, но проект уже 20 лет не могут завершить. И вопрос напрашивается сам с собой. Строительство телескопа Джеймса Вебба началось 20 лет назад, и он должен был быть запущен к 2007 году, но этого не произошло. Вместо этого его закончили в 2016. Изначально рассчитывали на полмиллиарда долларов, но в итоге потратили в 17 раз больше, увеличив сумму до 8,8 миллиардов. Теперь он готов, но кто знает, сколько еще понадобится времени, чтобы он наконец заработал. Номер 2. Ядерные испытания на Луне? Посмотрев это, вы согласитесь, что соперничество с Советами зашло слишком далеко. США хотела продемонстрировать свое превосходство не только в технике, но и в покорении других планет и тел. Есть ли способ лучше показать Советам, кто здесь босс, чем проведение ядерных испытаний на Луне? Писатель, работавший над биографией астронома Карла Сагана, вскользь упомянул невероятную информацию, названную «Проект А-119», целью которого было использовать штатами Луну в качестве ядерного испытательного полигона. Не думаю, что этот план был осуществлен. А если и был, то об этом было бы весьма непросто узнать. Номер 1. Операция «Скрепка». Вторая мировая война была временем испытаний для всего мира, и для США в том числе. Германия была самой продвинутой в создании баллистических ракет «Фау-2» дальнего действия, которые поражали с предельной точностью цели в Лондоне и в других городах. США на тот момент уже соревновались с Советским Союзом в том, кто завербует больше нацистов, ученых и ракетостроителей. Поприветствуем операцию «Скрепка». Откуда такое название? Люди часто пересекали черту в этой космической гонке. Такие люди, как Рудольф, вербовались ради контактов с фабриками, использовавшими принудительный труд людей из концлагерей для строительства ракет «Фау-2». Не забываем, что нацисты не были милейшими людьми того времени. Это были 5 фактов, о которых НАСА не хочет, чтобы вы знали. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и жмите поделиться. И если еще не подписались, то вперед!